Платье в горох. Любимое платье. И каких только горохов у меня нет. Вот таких еще не было. Грудочка сделана прям как у девочки. Аккуратненько так, сарафанчиком. Покажусь, будете знать. Еще одни горохи, но теперь уже в купальнике. У меня есть несколько купальников, но они от хлорки портятся очень быстро. И поэтому я почти каждый сезон докупаю что-то свежее. Вот мимо такой футболочки не смогла пройти. Она черная, я черного не ношу, но на ней вот такая интересная аппликация. И я подумала, что в прошлую посылку домой я ничего не положила брату родному. Пусть у него будет вот такая смешная футболка. Летние бриджики для себя любимые. Вот я сегодня прямо в тунике, вот в такой. Оно бы легло прямо куда с допром. А я просто красненькие штанишечки нарядила. Вот такая вышиванка пришла в обмен той, в которую я вчера наряжалась, и которая меня очень разочаровала из-за того, что она мнется. Это уже помятая. У нее ткань уже помятая. Я, конечно, ее чуточку разутюжу, но она вот такая, будто бы гофрированная. И я уже не буду возмущаться, что если где-то она примнется, потому что она так и задумана. И линия плеча у нас, смотрите, какая. У нас будет по-современному в тренде открытое плечо. Но я так понимаю, что за счет вот этого шнурка я могу его... Нет, не могу. Нет, не могу. Там резиночка. Меньше его сделать не могу. Буду модная зато. Буду модная, сумасшедшая. Что-то пришло. Я разрезала и смотрим. И что-то пришло. Господи, что ж это такое-то? Это резиновая, для денежек, наверное, в море купаться. На замочке вот так вот. Телефон не войдет. У меня был когда-то большего размера, что и телефон туда можно положить, когда купаться. Но я догадываюсь, что это вот для этого. Какие-то денежки свернуть и положить. На большее они вряд ли на что-то могут пригодиться. Вот такая штука у нас. Еще из покупочек у нас есть вот такие вот смешные последнички. Только на носочек. Только на носочек. И вот такими ресиночками они за ногу крепятся. Сейчас я все это отсоединю и брошу себе в чемоданчик. Если не мне, то может быть дочери понадобится. И сходила, купила дочери такие же парусиночки или балеточки, как себе купила в двух тонах. Ей купила вот такие сиреневенькие. И там же прицепила себе еще одни парусиночки. Мне балеточками как-то назвать не получается. Это парусиночки. Черной обуви у меня нет на низком ходу. На высоком я теперь не покупаю, только на низком. Потому как... Да и за рук у нас на высоком много. Будем к тому времени, как я надумаю ходить постоянно на низком, у меня уже будет очень хорошая коллекция. А вот эти башмачки я купила не себе. Они 10 размер примерно. Примерно 39-40 нашего. На них написано 41, но вряд ли. Потому что у меня девочка носит побольше чуть меня. Я обычно меряю. Ну вот где-то 39, вряд ли 40, но они очень мягкие, и они такие широконькие. И у меня как раз девочка просила, что у мамы нога небольшая, но широкая, поэтому они покупают обычно на несколько размеров больше, чтобы ей было удобно ходить. А я в них так наступила, а там прям как в раю. Поэтому я ей отправлю их, если им вдруг не понравится, то я думаю, что я своей маме могу отправить. У нее нога такая же, как моя, но она с носочком может спокойненько. Она теперь без носка-то и не ходит, наверное. Пусть она в них разгуливает, потому как, ну, очень удобно. И размер не мой, но мне еще пока такие не надо. Это такие бабушкины прямо. Ну, я, наверное, должна сказать бренд. Вдруг вы посмотрите, вот что-то такое же. И найдете себе Акропедико. Вот так вот они. Вот так вот. Акропедико. Очень удобные. Очень удобные. Широконькие такие. Хорошие. Биокелс. Вот еще чего-то от них написано. Вот они в разных цветах могут быть. Вот видите, какие славненькие. Коричневенькие можно, светленькие. А я уже через час отправляюсь в аэропорт. Я уже собралась. За мной вон куртка лежит. Не куртка, а джинсовая.
рубашечка такая, рубашечка, чего-то я решила ехать не в ветровке, и выбирала долго, что взять в самолет. Решила интеллигентную сумку взять, хотя присматривалась к такой цветной, чтобы было веселее. И можно ходить к бассейну в отеле. Совсем не хотела брать камеру вот эту, но ребенок мой в самолете высмотрела предложение, вертолетная прогулка над городом, и она ее не взяла, потому что у нас же там друзья, они все понимают, вот то, что в самолете предлагают, цена хорошая, но это на севере Лас-Вегаса, ехать достаточно далеко, и не очень фирма пока еще популярная, она себя еще не зарекомендовала. Поэтому она планировала вчера взять на сегодняшний вечер такую прогулку. Я не рвусь, я не хочу этого посмотреть свысока, но если девочке захочется, то я, конечно, ей компанию составлю, и поэтому и камеру тоже возьму. Хотя в этот раз буду пытаться снимать на телефон. У меня есть вот такая очень удобная селфи-палка, и она раскрывается, становится штативом, и Женя мне ее подарил 1,5 года назад на день рождения, когда я купила телефон, и я сказала, ты мне купишь вот эту вот на руку надевать, на пояс надевать, вот эту селфи-палку. И еще что-то он мне купил, и мы пошли вот в яблочном прямо магазине все это набрали, хотя потом все это было в других магазинах за $10. Но, по-моему, вот эта палка стоила около $70, и я ею не пользуюсь, до сих пор не пользуюсь, потому что пользуюсь камерой. Ну, камера уже старая, и у нее памяти мало, буквально там на час остаются зарядки, и памяти-то навалом. Зарядки не хватает, батарейка слабенькая, поэтому мне надо либо еще одну батарейку к ней купить, либо все-таки начинать привыкать пользоваться телефоном, и я беру с собой палку, буду ее ставить как штатив и записывать. Сегодня, кстати, мы решили встретиться с Катюшей перед ее отлетом. Я прилетаю в 2 часа, а она вылетает в 5 часов, поэтому вот часика 1,5-2 мы можем провести вместе, и я думаю, что, может быть, что-то и запишем. Я не знаю, буду я рисковать записывать на телефон, чтобы мы вверх ногами не оказались. Если будет куда поставить мою камеру, то я ее поставлю перед нами, водружу на что-нибудь и поговорим немножечко. А так буду пытаться вот с камеры. Люди же записывают. Люди вообще не имеют камер. Люди пишут с телефона, но и мне, наверное, пора. И мне, наверное, пора становиться более современной. Очечки я беру в этот раз с собой, те, которые вы практически у меня никогда не видели. Это мой дорожайший супруг дарил мне в самый первый год. Это его любимая фирма Ray-Ban. И я их носила вот тогда давно. Сейчас нашла и беру с собой, потому что солнце очень яркое, а здесь стекла темнющие. Вот темнющие, и они вот надежная фирма. То есть, Женя, когда покупал, сказал, тебе под любую одежду пойдет, а не цвет твоих волос. Цвет моих волос у меня еще несколько есть, но они не такие темные, как эти. Еду в этих и беру с собой в самолет носки, прямо в сумку кладу, с тем, что если будет прохладно, чтобы ножки у меня не мерзли, я носочки надену в эти тапочки, они у меня пройдут, и тапочки заодно еще больше растянутся. Вот так мы собираемся в полет. Пожелаем мне счастливого пути. Я думаю, что репортаж из Вегаса будет, может, даже не один. Я больше чем уверена, что там что-нибудь новое понастроили. Я целых 2 года не была, никогда такого не было. Стараюсь ездить каждый год, но вот будем наверстывать. Это мой 12-й полет в Вегас. Люблю этот город, не могу. Люблю путешествовать. Ну, как же я люблю возвращаться домой. Тем более, что, как я говорила, у меня всегда что-то цветет. Каждый день что-то новое расцветает. Смотрите, какие у меня раз замечательные здесь вот лилии, те, которые многоразовые. И в основном они у меня желтенькие. Вот они такие здесь сидят, вот они. Ярконькие, желтенькие. Но я думаю, что мне их надо поменять вот на тот цвет, потому как у меня же скоро вот эта желтая ромашка будет кругом. И что ж, у нас одни желтые. У меня в палисаднике есть такой, тоже расцвела. И здесь. Это наша роза. Вот такая она раскрасивая. Она была же просто безобразная. Почти по грудь мне. Были вот просто палки сухие. А сейчас вот такая неземная красота. И она цветет. И нисколько не обижается, что ее подрезали.
А здесь у нас вот эта вот лилия. Вот это вот такая шикарнючая, расшикарнючая. Причем их еще много-много-много-много. Они будут вот цвести, цвести, цвести. Правда, каждый цветет очень недолго. Но в общем и целом замечательно. Это вот ромашечка наша начинает расцветать. Пока мелкенькие такие цветочки, скоро будут покрупнее. Это я вам показывала соседское удовольствие. Вот они так падают, как будто бы это у меня куст цветет. Ромашечки обрезала вчера. И вон свеженькие, может, еще побудут. Но как-то они вот маловато подцвели-то. Маловато-маловато. Здесь у нас розочка есть. А вот эти удивительные гвоздички. Смотрите, они, конечно, уже не те, что были весной. Но все равно так оживляют. Здесь у нас тоже розочки куст. А здесь у нас ежевика созревает. Кто-то недавно спрашивал, что, Галя, почему у тебя нет клубники? У меня ежевики нет, одна ветка. Вот я ее когда-то посадила в самом начале. Но не выдергивать же. То есть она там две новые веточки дает из этого же места. Они плодоносят. Потом их срезаю, новые наступают. А клубники навалом круглый год. Сейчас вот летом она дармовая. У нас всего почти есть круглый год. Ну, в силу того, что я иначе себя не выведу на улицу, я вот придумала себе такое занятие. Я занимаюсь цветами, огородом, их надо поливать. Вот сейчас полоть надо, смотрите, травище как наросло. Она проклевывалась, но она была мелковатая, неудобно щипать. А рыхлить я тут не могу, и никакой тяпочкой, надо все руками. Поэтому вот сейчас подросла, как раз сегодня прошел дождь. И я немного погодя пойду и буду тут бороться с сорняками. Вот радость у женщины, боже мой! И она от этого еще и счастлива. И показывала цветы. А это наши. Вот белый такой с розовой серединочкой. Вот такой кустик. А это вот такие же, как соседские. И там большущий куст. Таких же, как соседские. Только у них разрез немножечко другой. Они вот такие вот пятилистнички. Не знаю, получится у меня показать. Вот такой вот пятилистничек. Ах, не то показываю, наверное. Сейчас я лучше буду в камеру смотреть и подвигаться. Телеснички. Под окном из кухни. Он не такой красивый, как весной, но очень даже прилично цветет. То есть я знаю о том, что самое прекрасное цветение весной, а летом меня радует то, что есть. А это кустик, который в огороде. Огурцы у нас распрекраснейшие. Я, как вам и говорила, папа нашел только один огурец, который перерос. Там было еще три, как их называют, семенника. И я набрала такое прям приличное ведерко огурчиков. И у нас большая проблема. У нас тля завелась. И мы вчера с ним, Женщина сбегал быстренько, купила травы. И мы каждый листик переворачивали и сбрызгивали. Но прошел дождь, наверное, сегодня эту процедуру надо повторять. А ну вот тут на целый метр по краям все нормально, а в серединке вот здесь эти листики в проблемах. В Оклахоме очень сложно что-то вырастить. Очень сложно что-то вырастить. И зачем они так боролись за то, чтобы здесь процветать? А, у нас шумно было, извините. Вот этот салат мороз. Я сегодня девочке написала, что приезжает за салатом. И тут он у меня даже разный. Свеженький укропчик мороз. Это семена. Цветут, кстати, я собрала вчера семена и кинзы. У меня теперь своя только кинза. И самое главное, я собрала семена от щавеля. Щавель, сейчас мы к нему подойдем, пока к цветочкам подаем. Вот тут у меня уже расцвели самосеющиеся. Надо вот здесь листву подобрать. Вот он мой куст щавеля. Я его тоже завтра беру. Послезавтра, наверное, с утра, потому что вечеринка будет с утра. Я в прошлый раз сделала пирожки щавель и добавила яблочко. Боже мой, американцы тащились, не только наши русские девочки. Вот такой у нас огород, огород. А там инвентаря у нас, как будто мы правдишные огороды. Они, конечно, есть. Не очень пока активные, но есть. Вот как-то не очень хорошо видно. Есть помидорки.
И вон там дынька. Папа вот дынек две штуки купил. Вот у нас уже две дынечки. Здесь скучновато, но в целом ничего. Вот завтра розочка расцветет вот здесь. Вот она. А эти у меня вот такие хорошие яркие пятнышки, распрекрасненькие. И здесь вот мосс-роуз тоже скоро зацветет. И начинают расцветать вот эти желтые ромашечки. Потом хоста у нас будет. У нас здесь все равно будет очень даже хорошо. Благо, у нас сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.